Пакуем вещи, Рорка сейчас будет уничтожена, нахуй, по-моему. Улетай. Я улетел. Красавчик, я расклочил себе депошку. Расклочил себе депошку, красавчик. Я тоже красавчик, где депошка, вот депошка. Ох! Ну что? А сейчас мы узнаем! Что же получится из... Что же произойдет с Роркой в ближайшее время, если мне не дадут улететь? Все, 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 Рорки пизда. Все. Все. Да, сюда заходят. Все, все, пошло, поехало, пошло, поехало. Ну давай повоюем, гад. Че уж, какой у меня уже выбор есть? До свидания, до свидания. Эй. Все, Рорка начала свою битву. Ты где? ПВ, тупики. Давайте на это догоним собру. Одного завалил, собра бубль надула. Собра бубль надула у него уже. Ой, ребята, сейчас будет не до смеха. Иду в ПВ. На мелочь. Я тоже. Иду, 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 иду. Собра улетела. Жди, сейчас. Снимайся, если что, прыгай, прям. Иди про кружок, ходи. Да-да-да-да-да, я убил двоих. Приехал, что, Риппер приехал. Собра приехал опять. О, ребята, интересно сейчас будет. Ёб твою мать, как интересно. Снимайся, снимайся и вытапливай. Второй бубль надуло, еще приехала собра. Уже не, типа, некуда. Ну, ты снимайся и топи с бубля. Смарты нету, собра одна улетела. Так, опять толпа зашла, выстрелили регионы. Они на него идут. Ну, Димон, может, успеем собру хотя бы снять, иду, чтобы... Иду, иду, иду в ПВ, иду в ПВ. Это парни 60-х уже. Чего ух, страшного? Ух. Еще есть 2-3 минутки. Еще есть там, да. Снизу догорает, руки трясутся, бля, сердце стучит. Эх, эх. Опять собра пришла. Сейчас есть нам на третий батут, дубль, поэтому. Он где и потом перезарядки не будет. И ты успеешь вытопить. Блять, не успел. Прыгай в сенжера, либо... Нет, такого не надо, сенжера прыгай. Ой, блять, гиперпрыжочек, гиперпрыжочек, гиперпрыжочек. Не могу. Топлюсь бубра... топлюсь бубля, но не могу уже. В перегреве топи. Все, я уже не вытоплю, она мне надула еще один наебало. Димон, ты уже там? Да, уже бью, собру. Я тоже иду. Собра вытопила. Ай, адреналин, адреналин. Сейчас, ребята, не могу разговаривать.
На кого? Димон, ты чё, блядь? Меня, да. Ебанутый. Ебать, чё хуйня только что какая была. У тебя же есть МВДшка, вытапливай в греве. Блядь, МВДшку перефичено, не могу её сейчас на место засунуть уже, блядь. Трое в два ВУ. Сабры. Сабры еще идут, блядь. Сколько я там у бубли еще держаться, блядь? Ты хоть в разгон встань, куда отварпывать. В разгон, куда отварпывать встань. Да встал. Спамят варп. Линки выруби, если есть. Все уже вырубил. У меня просто влаг уже в битву идет. На еще один бубль давай. Ну все, типа, я не уеду по-любому. Все, я вот тут сейчас точно не уеду. Я тогда в Сидше драться уже, потому что хуй делать. Да не, погоди. Вытапливай до самого конца. Блять, без МВДшки, блядь. Сабру съел одну. Молодец. Пиштя. Одну сабру забрал. Блин, их много. Затем, что в депо я уже ничего не положу. Тенгу. Там еще сейчас налетит. Пиздец народу. Тенга приехала в слотку. Цинка по-любому. Ты встал в Сидж? Я еще не встал, я просто вытапливаю пока. Погоди, не остановись, уже как только, ну... Пошел жрать Сабру. Ой, Сабру Тенгу пошел жрать. Еще один. Сколько еще там ему из бубля топить? Так, все, еще. Еще, он в центре бублей. Они еще бубль дали на него. Ой-ой-ой, блядь. Я думаю, тебя здесь сожрут 24 в локале. Не сожрут. Человек из них... Не сожрут. Димон, где вы? На какой аномальке? Варпай на нас. А Тенга от меня... Я не его против. Наш. Ой, бля, ох, блядь. Легион приехал. Легион пришел. Вытапливай. Все, я жму, короче, Сидж, блядь. Тынка? Бобры пришли. Бля, сейчас почти выехал, нахуй, почти выехал. Димон, уходи. Ухожу. Все, да, я жму Сидж. Все, я жму Сидж. Сука. Ну ладно, давайте подеремся. Выбора-то все равно у меня уже нету. Чё мы качаемся? Ручки-то потеют, блядь. Да, паники, блядь, нету. Паника есть, почему? Качёт её. Я подержу её. Теперь уже. Бесполезно. Качать умеешь? Да, конечно. У тебя, то есть, ты можешь щиты накачивать? Конечно, я активная рорка. Ой, блядь. Вася, не вдумай. Не вдумай. Нет, я не мазер, я могу подержать ему кого-нибудь, а он меня будет просто накачивать. А и дронами будем мочить. Они нам отварпывают. Блин, плохо, что у тебя смарт нету. Это да.
что тут делает? Что, не КТ? Я на джекдо. Да-да-да, сабру убей. Да, сейчас будем, подожди, хаунды, сабры. Я на джекдо. Дингу не продавлю. Так, смотри, я сейчас отварпываю. А потом на тебя буду наварпывать. Я в сидже стою. Да я понял, ты стой в сидже и сразу меня лочь. И щиты накачивай. Хорошо. Ты на чем будешь ловить? Я буду ловить его, чтобы он мог дронами дамажить. И ты держать, на чем? Чтобы они не смылись. На разу. Вась, ты лопнешь за... Не надо, Вась, ты лопнешь за секунды 4. Нет, не успеешь ты. Тебя просто альфанут. Поверь мне на слово. Да? Да, ну, Араза очень тонкий. Ой, это как вообще кипец. Ну вот, вот. Не это самое, ну... Знаете, что нужно? Нужно 100% нужно МЖД-дестры. Они там бубли отварпывают. МЖД-шит. Ой, ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля, нахуй, ой, бля! Контентище, сука, блядь, ой, пизда. Бубли и рорка вытапливают. Народу как вообще убежал, 36 человек. Да ебать, ясен хуй, рорка тут, блядь, за жопу за свою спасается, блядь. Да. Качайся, ладная, качайся, блядь. Это нам уже не пригодится, это мы можем поубивать. Его законе, когда высохнешь панику, получай, ясен хуй. Высохну в плечу. Они тут бубли дуют на подвал. Ох, бля. Ты почти нажал, ну да, почти нажал. Все, да? Че, живу? Что-то они разбегаются. Но они бубль раздули на приварк просто. И тут ждут, если кто-то прилетит посмотреть. Так что не летите, не смотрите. Ой, блядь, весело-то как. Ох, ебать, 46 человек. Ну, здрасте, здрасте. Нахуй. Ты точно побьешь хоть сколько-то. Че у нас там по батарейкам? 67, заебись. ГГ тебе, тебе спецфакс штуки две, но... Сокор, заедь, Сокор уже тут, ГГ тебе. Нет, еще не ГГ, еще поживем. Мы еще покопаем. Ты меня не раскрой, что ли? Мы еще покопаем, блядь. Мы еще поживем, мы еще поживем! Нахуй этот легион, короче, я не буду его просто даже лочить уже. У меня еще паника есть еще, я не нажимал ее. А сид сколько? Уже новый пошел, второй, еще 3 минуты. А
ты сможешь это, когда сиж закончится, сразу в гипер-пжок уйти? Меня держат дизой, ты шо? Забыл, ты же не этот, блин. Не майзер, ё-моё. Варп-стабов нет столько. Ну да, ну да. Никотин тебе катится. Да, я вижу. Пускай катится. Он тебя держит? Угу. И чё ты? Ничего. Чё, а чё я? Ты... Чё, ой, блядь, ой, как интересно. Скажи Сокорам, пусть два факса в рид закинут. Нету у них факсов, блядь. Рент Альянс. Я уйду, если я на дизе. Так, этого надо, не лочки было, ладно. Тихо, тихо, капа нужна, капа нужна. Ой, блядь, и титон. Титон сильно, титон хорошо, но... Факсы рорку не откачивают, алё. Да, блядь, факсы рорку не откачивают. Что за предложение, блядь? Чё они? Да мне тут, блядь... Просто охуенно. Ладно, давайте астератора хуячить. Ну а что мне джекдос булить, а? Не, если кто-то резко прилетит и бросит в меня батареек, я могу еще тут дохуя времени стоять. Тебе 3200 нужны, да? Да, да. Блин, а они к приварпу, понимаешь? К приварпу поставили, блин, гобль. Или сейчас, подожди, нету его. А, стоит еще, поэтому тебе приварпать невозможно. Понятно. Сидж прям неотключаемый, прям неотключаемый сидж. Can you save me? Of my life, блядь. Они меня отпустят, типа. Гады. Они меня не отпустят. Димон, не хочешь мазера кинуть? Я тебе цинку сразу. Не, Вась, я не буду на этих цинку сразу. Ты батарейки впустую хаваешь. Не впустую, все нормально. Вась, я на Одина и, блин, на Вольтов как-то не хочу мазер кидать. Не, если бы сейчас мазера 3 бы прокинуть на них, я думаю, они бы разбежали. В my life, блядь. Андрей, увлекательно, я думаю, да? А факты никто там не спасает. Я вот сейчас в бубле надули, вот кто сейчас в бубле, а тех и надо мочить. Тяжи. Тяжи выпускай и мочи тех, кто в бубле. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. В тряге не помогут. Пока есть батарейки, в тряге. Да, собственно, пофигу. Вот, сапру мочи. Собрат, ну, вот, раздулась. Мочи ее. Да, да, да. Блядь, где тут, блядь, бить, ебать. Фу, весело, блядь. Ну, он пошел закатываться.
Давай, 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 сейчас уйдет. Блин, ушла, да? Ушла. Собирай деф или еще на своя карпа, да, блядь? 74, чувака, смотрит это все. Винту, блин, кормите. Твич, стрим. Винтел? Да. Может, китайцы на помощь придут. Ну хочешь линка, ничего, я думаю, меня за это поругают. Да, это, конечно, весело. Он вышел, вышел. У тебя еще много батареек? 35. Все лампы у него заварить на Украине сало и нейтрал. Через микрофон, то ли через наши, блядь, идет туда, то ли как. Не-не-не. А, ладно, я, короче, пока живу себе, в общем, я доволен. Уходит, часть народа уходит. У меня вообще нихуя нету. Эх, весело, весело, весело. Давайте погреемся уж, что ли, хули. Но их меньше становится, я так понимаю, или что? Или что? Это просто нечто. Вот ты сейчас снизил пацанам морали, они думали, ты уже раз не качаешься, ты хавай откачался. Ляша, если есть. Блять, мазер прокинули! На меня мазер прокинули чужой уже. Два мазера прокинули. Заебись! Два мазера меня хуярят теперь. Нажал панику, стою в панике!
Пятиминутка отдыха. Охуели что ли мазера бросать? Я считаю, нужно собираться и бить мазера уже, блядь. Сука. Ой, блядь, смешно, смешно. Андрей? Да? Как дела? Уже мазера кидают. Я на стриме сижу. Я же не могу в канике покачаться, да? Или могу? О, могу, блядь, заебись. А я-то думал, как на сумоне, блядь, 100 зрителей наел. А всего-то нужно рорку проебывать. Я, блядь, знать буду, короче. Что делать? Пресев. Ладно, давайте еще покачаемся, на самом деле. Еще поживем. Еще есть 18 батареек, блядь. А потом я просто суициднусь за 2 секунды до смерти. Привет, ситуация без Индиго. Привет. Локи пилот here. Ну, hello, my friends. You've been watching you. Ну заебись, чувак. Don't kill me, guys, please, I will give you money. I will destroy my own Rorqual before you kill me. How much? Да хуя еще. Ой. Жалко, паника не бесконечна. Сломай импы. Сломаю. Не успеете убить, я на говно развалюсь. I will destroy myself. Принскрин, ебать. Where is my friend, bro? I haven't friend. You see? Аж страшно узнать, сколько я натанковал. You need better corp alliance who can help. Yeah, I know, bro. But I haven't it. Толик сегодня рассказывал, что я терял всего одну рорку в своей жизни, да, и вот она вторая. Девять, восемь, шесть, пять, четыре, ебать. Ладно, начинаем качаться по новой. А, нюксы, да ты охуели что ли, самоуничтожение, да, блядь.
Ну давайте, ну давайте! Камон! Ебать! Нормально, нормально. Все, все, я поиграл. Но. Жирная рорка. Нюксами, блядь, забрасывать. Пах. 616 меня провернули. Да, чувак, мы свободны. Ничего. Я куплю новую рорку и все повторится еще раз. Спасибо, thank you guys for the... Короче, fly safe, вся хуйня. Ну чё, посмотрим, рорка, сколько выжрала. Давай, открывайся. Мазеравли. 3,5 миллиона танканул. Там те, кто говорит с фонарист. The game mates, good luck with the stream. You are a good sport for your reactions. You too, Razva. Good luck. я знаете что? Я не зря, короче, купил его. Время нажраться. На самом деле, у меня есть бутылка коньяка, короче, вот. Я не хотел ее пить, но, походу, придется. Так что... Где нож, Андрей? Может, бухнем? Давай нажремся. Никогда не поздно начинать. Ебать, вы чё? Thank you. Thank you for subscribes, guys. Оу! Оу! Девай скорпы! Оу! Нихуя! Оу! Ебать! Вы что делаете? Thank you for content made fun. Thank you too, bro! Love! Как это, блять? Сердечко. Рорквал. Ну, два мазера это, конечно, сильно. Это просто. Так, что у нас надроплось? Сколько экскаваторов дропнулось? Слепиного, да? Hey, comrade, I give you a small donation for a new Rorqual. You're a cool dude, and it's so good to see you, loved man. Thank you, bro. I will feed a new Rorqual and starting mining more and more and more because I love, блять, mine and I love Rorqual. Have a good one. Have a good two. Спасибо, thank you, bro. Ой, good luck all wires in EF. И thank you for surprise. Спасибо, чуваки, за подписку вообще. Стоит ли делать мне сидеть, заработать скрипнуличку? Да, Владислав, стоит. О, боже мой. Просто. Это просто нечто. Это. Андрей, это что-то невразумительное. Где я? Я хочу нож, чтобы бахнуть коньяка. I won't drink this коньяк, because I am so happy. Кстати, а тебе будет что-то Speech Prime, да, будет? Просто, о боже, обалдеть. Ну, ладно, сейчас мы будем собирать новую рорку, короче говоря. Да, носок, будет мне что-то с твича.
И мы все равно сейчас поедем собирать. О, значит, Рорку купили. Я все равно буду... Прямо сейчас я поеду и куплю другую Рорку на самом деле, как бы. И ничего не изменится, и... Будет возможность... Убить меня еще раз. Спасибо вам всем за подписки. Thank you all for subscribing, guys. You're best that I ever seen. You're so... Охуенно. Я не знаю, как... I don't know. English very well, because I'm... Russian brown Рорка. Бля, прям. Мне нужно попить воды. Скайповоза должно быть. Просто. Спасибо за подписки. Спасибо всем за подписку. Я вас всех назову попозже. Я просто не успею, знаете, я. У меня все еще, Андрей, дрожат руки, короче. У меня все еще дрожат руки. Просто. Я сижу и такой. Ну, короче, мазер, Рорку мы потеряли. Теперь надо терять мазер, да? Надо покупать мазер. Что будет, как только я сяду на Рорку? Да, да, то же самое, это несложно. Но самой подписки нет. Я не знаю. Ой, ладно, давайте соберем новую Рорку. Вся наша руда, Андрей, пошла по пизде. Нет, слышь, она повыпадала, поехали заберем руду. Поехали, go, давай за рудой съездим. У меня где-то был Итерон. Они все еще в Лохане, если что, все. А, да? Да. Напиши им, что отдайте руду. Guys, if you are here, can you give me my... как это хуйня называется? Materials that drops from Рорка. I will build new Рорка for you. Оре, да, оре. I need my оре, guys. You kill my Рорка, but I want my оре. Ой, блядь, что-то меня заносить начинает, честно говоря. Прям вообще просто уносить. Так, что мы будем делать? Что мы будем делать? Оре, да. I need my оре. Так, еще посмотрим яйцо. У нас же что-то было в яйце. Ну, в яйцо. We left 3 cup modules. For you. Can you left my оре, please? Only or, I want my ore. Thank you, bro, for free cup modules. Чего, Андрей, извини? У тебя же чем план был? I plan to умер вместе с... No, I have ore. Oh my god, okay, if you want my ore, take it. I will mine new ore for me, for myself. Сейчас, меня еще пидорасит, сейчас я посижу, покурю, меня отпустит, короче. Знаешь, я сейчас хочу, знаешь, типа, вот так, сидеть такое, типа... А почему бы, типа, и нет? Have fun, fly dangerous, Norsel, you too. I will go build new Рорка. Они остались... Да, я понял, я сейчас за ними поеду. Сейчас мы найдем системку. Ой, да. Don't kill my Итерон, bros. Can you leave my Итерон? I will fly for my ore, please. Bye, Итерон. О, это просто обалденно. Верган. Систему спалил. Да, блин, все, отстаньте. Я пока что просто лап. Я сейчас просто грузовичок безобидный. И все. И всем пофигу на системы. Всем должно быть пофигу на системы, как минимум. Ладно, пожалуйста.
Плиз, плиз. Сейчас надо самое интересное. Ну чё, кто продаст новую рорку? Блять, не ценят люди, походу, юмор. Тебе тоже рорки нужны? Ну да, да, ну чё, одну проебал, время купить другую рорку. У меня, в принципе, по блокам уже практически закончено. Мне нужно, блин, не хватает генералов, чтобы строить. А так, Андрюшка, где он золотой, тебе продаст, у него, по-моему, тушка готова. Орка не подойдет, нет, орка не подойдет. Орка маленькая, орка неинтересная. Короче, они, да, ну я нормально натанчил. А давайте мы сделаем не так. У меня тут что-то лежит, по-моему, нет. Ладно, поехали, пофигу. Но это было весело, это же было весело. Прежде всего, это было весело. Обидно, но весело. Ладно, удачи тебе. Доброй ночи. И тебе, Драйка, доброй ночи. Да топ-контент, чё? Чуваки, чтобы было больше контента такого, нужно, чтобы чтобы у меня были корабли, чтобы этот контент создавать, как говорится. Не, ну то, что потом пошли в бой мазера, это вообще, конечно, я считаю нечестно. Чего? Народу накидали много. Мне еще и миллиард сверху скинули, чтобы ты понимал, на новую рорку. Мне скинули денег на новую рорку, понимаешь? Ребята, которые меня убили. Как это понимать? Как к этому относиться? Они кинули мне денег на новую рорку. Да, да. Ну, потому что я люблю танкованные рорки. Чего? Какие вежливые, они не вежливые, они классные. Короче, я все равно куплю новую рорку, и даже если это повторится, ничего. Единственное, меня все еще потряхивает, короче. Андрей, ну ты вовремя свалил. Ну я понял то, что... Ну так-то, это... Правильно сделали то, что лярд скинули на новую рорку, потому что... Как бы... со стрима спалили, где ты стоишь. Думаешь, со стрима спалили? Ну вроде как кто-то что-то в чате, да, говорил. Блять, накачка счетов, ты бы меня бы вряд ли бы откачал. Ну да, да ты чё, там хлопало? Я охуел, когда два мазера на меня бросили, типа, да ну нафиг, мазерами уже рорки убивают, нихуя себе гангеры. Ну они тебя продают, как могли, поэтому они видели, что ещё что-то я на этой, на сынке лазил рядом, поэтому они решили по-быстрому, пока мы плотно собрали. А выясняется то, что собирать-то и нечего, в общем-то. Ну они-то об этом не знают. Ну, я типа, знаешь, я нажал панику, когда увидел, что меня бьет два мазера, и все. И они типа ушли назад по цине, понял, по другой. А потом, как только паника кончилась, они новых мазера бросили. О, да. Та-та-та, танканул как титан, блядь, охуенно. Было бы у меня больше батареек. Просто. Штрим большой, бери в следующий раз побольше. Возьму побольше, но я доволен. Я на самом деле доволен, то, что я проебал руку, вообще похеру. Я очень доволен. А еще говорят то, что майнер это понял, спокойная, короче, профессия. Ребята, скиньтесь мне. Ой, нет, не вам. Ну ладно, пойду я ниже. Ребята, давайте скинемся мне еще на рорку подороже, чтобы она еще дольше жила, блядь.
Мы будем, Андрей, просто, знаешь, по приколу копать, короче, да, это. Заработок будет состоять не в том, чтобы мы это копали руду. Ой, так. Че, поехали заберем свое имущество, наверное. Ой, май год. Concord Capital, ставь и все. Ну, че у нас, Локи тут катается, я понял. Места, реварп, реварп. А мы, слушай, мы на ком копали, на колоссале с тобой или на медиуме? Не помню, честно. Честно, не помню. На большом вроде. Ага, стой, 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 стой. Большом? Ну, давай на большой ставим. Смал большой. О, так что в следующий раз лучше не... Да ты, типа, блин, сейчас спросим. Короче, они мне оставят рорки еще 3 кап-модуля там. Их никто не залутал из вас, случайно, надеюсь. Пока нельзя. Тут на поле стоят двое. Ну, это я знаю, я поздороваться, короче, бутерон один. А вот это ты зря. Нет, я специально, а не зря. Убьют, не убьют, убьют, не убьют, да должны, наверное, убить. Их тут двое. Я знаю. Пусть и ищут. Че там, подбитый корабль? Откатывайся, они могут к тебе ползти. Да, я, да-да-да. Все, начинаем бутагодить. В прошлый раз на нас упало 10 дредов, а за счет одного он плюс с ними. Все, начинаем с бука перевар. Да за буку. У меня есть там все нормально. У меня есть. Я на перевар пролетел как раз. Ух, бля, аналитика. Ой, блядь. О, ой, ой, бля. Все, меня почти отпустило. Стример почти успокоился. Прямо вот еще чуть-чуть, я прям успокоился. Фу, пиздец, пиздец. Готов наварпать на свой враг? Да, капитан. Я просто сейчас расплачусь возле другого врага и отвлеку их. А ты на свой враг наварпать. Да ты подожди, что из этого я? Да я найду себя, стою. Все, я готов наварпывать на себя. Какой красивый мертвый рорк. Видишь, нашел себя? Да, нашел. Да. Стример, иди к нам. А если возьмете, ребята, то стример пойдет. Salvage it, yeah, I will salvage, no, sometime after when the bro on Legion will go away. Для поддержания веселья. Оу, спасибо. Заводную песенку для поддержания веселья, хорошо, сейчас, секундочку. У меня, кажется, заводная песенка, чтобы заводилась, не настроена, а это проблема. А яйцо просто на батке не станет, может? Так ты ж мне линкани куда заявку подавать? Линкуй куда подавать заявку? Четвертый лун в твоем распоряжении.
Можешь в Monkey Attack Squad. Это Карпазна комбо. Ой, ой, сейчас. Ой, блядь, так как там неправильно, да все, слушайте сейчас секунду. Как-то вот так, наверное, это должно быть. Вот так вот. Рорка, адьос. Ты завтра долетишь до брека. Да я знаю, я жду, пока из локала нейтрал пропадет. Че вы мне рассказываете тут? Надо подождать, ребят, надо подождать. Зиди, у нас новый компания подъехал, да, пофиг на него. Годзилл. Бомж на разу. Андрей, слышь, теперь мы будем копать в другом тупике, потому что в этом тупике уже знаю, была Рорка. О, нормальная песня, братан, спасибо огромное. Смотри, я сейчас полечу к твоему врагу туда. Ага. Ты прям на него сможешь наварпать? Да-да, я в клоке ползу на грузовике, блядь, к своему врагу в разгоне. В разгоне? Ты от него далеко сейчас? Да? 200. А, ну нормально, я сейчас тогда подлечу, ты сразу на враг свой прыгай, раскочишься, сразу все забирай и отварпай, а я подстрахую. Хорошо, вот давай. Это один, он ничего нам не сделает. Крица командой парадом. Давай устроим диско-пати на обломках Рорки. Тащи диско-шар. Давай устроим диско-пати на обломках. Давай. Ой, блин, можно, но диско-шара нету. Так, я аж свою собственную музыку вырубил. А, я понял, да, все нормально. Тогда ладно. Ну, я жду тебя.
Че у нас тут? У нас тут это мы будем менять на... На это у нас тут что? Это мы будем снимать. Ух ты, новый стрим не видел ни разу. Давно в эту игру играешь? В эту игру играю уже 2.5 года. С перерывом с одним, но тем не менее играю. Так, что у нас тут? У нас тут есть одна Capital ремонтка. Что мы можем тут снять такого? Ладно, ремонтировалку мы оставим. Ой. Это сюда. Сейчас вот прям вот хочу, чтобы идеальная следующая рорка была. Что у нас тут? Domination Smart Bomb, да, хорошо. У нас останется слотик еще. А можем вторую Smart Bomb положим. Не, наверное, одной смарти нам будет хватит. Фу. В общем, играю в игру 3 года. Final, спасибо за подписку тебе. Final Fish, thank you for subscribe. Фу, так, приехали, взяли. Про поезд. Есть салона про поезд? Не помню. Сейчас, секунду. Бля, сейчас нет, не надо, не надо. Все, я помню, что в тебе есть писала Сальвагер. По-любому, блядь. Да, хорошо. Что там игра фото. А эта песня должна была играть, если бы ты выжил. Ну ладно, не отменять же вечеринку. Спасибо еще раз за песни и за донат тебе. Big Eyes, Stay Life. Окей, сейчас послушаем. А, я понял, что это, да. Хорошо. Так, мы сейчас сейчас мы, короче, долетим. Интересная эта игра. Очень. Игра очень интересная. Насыщенная событиями. Блин, так громко. Андрей, ну если ты хочешь, иди спать, потому что, типа, это... Я сейчас буду просто на урорку фидить. Я понял, я посижу. Хорошо. Посмотрю. Хорошо. Так, чё, где мы тут? Нам надо... Иди сальваж, да иду сальважу, не торопи меня, я ж это... Долгий на подъем. Так, чё у нас там, вот... И чё? А маршрут-то можно задать мне в 2ВУ, пожалуйста? Где она, блядь? Вот она. Ой, какое 2ВУ, я вас наебал только что. Фух. Так, что мы хотели? Модули координации флотов, импульсные оптимизаторы. Так, я не помню, я умею это вторую. Ой, не арморную, а шилдовую только. Армор, майнинг. Shield Command Burst. Второй я умею. Не умею. Ладно, будет до первой висеть. Смарта есть, Сиджи есть, Дронлинг есть, Гисты, Капитал Капаситор, Бустер можно. И второй, кстати, хибач, я умею второй, по-моему. Умею. Так, что там у него было? Фу, что там у него? Время цикла 15 секунд. А у второго... Хорошо, берем это. Снимаем вот это. Пихаем вот это и вот это. Да, я вспомнил, они же по цепу не лезут. Точно. А мы можем один-то второй так нет, не будем, ладно. Вот так. Это мы снимем. Это мы... Я не помню, мне лезет или не лезет. Или... Да, а нет, нам так нельзя пока делать, ладно. Фух!
почему в описании никак не пойму, откуда ты. Потому что Concord Capital шилдбустер ищи. Да я знаю, знаю. Я знаю. Тут и так Concord Capital шилдбустер, если что. Уже есть. Не рассказывай мне, как собирать арморную рорку. Ой, арморную, шилдовую рорку. Я прекрасно знаю, как это делается. Блин, надо сделать, чтобы в Donation Alert музыка потише играла. Я сам себя не... Я то, что говорю, я не слышу. Она, наверное, вообще орёт на стриме просто как... Ой, как этот, как... Скажите мне, и я вам скажу. Я же не знал, ну будешь знать. Так, это есть, это есть, это бесты, по-моему, да, у нас... Ну да ладно, хоть будут хайгисты останутся. Так, Sentinel Drone. Да, Sentinel оставим. Ну, это мы оставим, конечно, конечно. Что у нас там вообще было в этом? Как он? Скажите мне, я, блядь, опять... Все, забывать начал слова. Все, стример начал забывать слова. Так, я верну свою музыку. It's Rorkman. It's Rorkman. Да ты, господи, а It's Raining Man. Все, я понял, я сегодня не послушаю рок уже больше, да? Ну ладно, спасибо тебе за донаты огромные. Так, в ФЦ заходим. Так, что мы делаем? Значит, тут меня все устраивает. Так. Так, что у нас там эта хуйня делает на бомбе? Так. Блять, где пепельница? А пепельницы немало отсюда положим. Так, ну, смотрите, у нас не ушел парень из локала. И что, он у нас тут теперь жить будет, что ли? Как мы, давайте мы это сделаем как-то по-умному. Сейчас, там... Блядь, я дурак, да? Нет, не дурак, все нормально. Что у нас тут? Ну, в третий не влезет, только если мы возьмем на этот, нет, нахер, этого, короче, фигню. Ой, блядь, так увеличить реактор, я просто... Мне было бы смешно, если на руку вспомогательный реактор Control Unit. Ага, понял. Ну, передай им, что они не успели на руку, короче. Да, типа, чуть-чуть не долетели, я слишком долго... Я, типа, я понял, надо было жить дольше. Так, ну ладно, давай нет, давайте возьмем Power Diagnostic. Хотя... Сильно даешь. Даже не знаю, знаешь, Power Diagnostic. Ладно, давай Power Diagnostic поставим. Наверное, даже снимем это. И поставим еще один.
принципе. А в принципе, знаешь что? Мы вообще с тобой уберем отсюда буки, и у нас будет еще один повер. Диагностик. Ова! Сейчас, дай я тебе обесточу молодая. Все, хорошо. Хорошо, Ричардочка пошел добить повер, где... Да-да-да-да-да-да. Ну, в принципе, ну ладно, сурвей сканер он тут по-любому будет, но это будет рефит. А потом у нас есть цель для дронов. Что у нас тут? 5. Теперь мы берем заряды. Блять, где заряды? Где заряды? Заряды накопители, да, капобустеры пиратские. Пихаем в рорку. Они, правда, дорогие, блять, как... Как просто вообще, как я не знаю. Так, и у нас есть заряды на бровые бомбы сооружений. Ой, армор, да какие нахуй брони, ты шо, щитов. Так, Shield Extension, по-моему, это, да? Ну, сопротивляемость, 12 глоб потребления энергии, модуль накачки щитов. Ну, вообще, по-хорошему, надо будет в рефичиться сразу просто в... Во все три, короче, мы типа и это берем, блядь. Хотя не давай мы снять Shield Command Burst. Нет, 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 не снято, а без... Бля, да где кнопка разрядить? Вот кнопка разрядить. Все, устал я танцевать. Понимаю, понимаю, устаешь танцевать, хочется чего-то такого обыденного, знаешь, типа как... вот рок, да, слушай, рок. Вот я рок люблю лично, очень. Так, давай Shield Harmonize, короче. Тащим сюда Harmonize. Добрый тебе ночь. Как добыча, маня. На цикл, на фил генератор. Вот. Хорошо, такая рорка меня в принципе. Бля, вообще ЕМ просто ужасен. Так, и теперь мы, короче, берем и суем в нее дроны. Где у нас дроны? Па-па-па. Дроны боевые, легкие, легкие в жопу легких дронов. Истребители нам тоже не нужны, тяжелые дроны. Там, где наши Republic Fleet, пиратские Republic Fleet, берсеркеры. Толкаем в рорку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, блять. 7, 8, 9, 10. Так, хорошо. Ну, вообще, на самом деле, мы купим их больше туда, как бы, и так понятно, да? Средние, ну, короче, натолкаем. Ладно, вот, в принципе, такая рорка меня устраивает. То есть, мы теперь нажимаем на нее. Ой. Смотрим, что у нас получилось. В принципе, меня устраивает. Мультиспектрум у нас есть. Ну, нет, давайте, наверное, еще, знаете, натолкаем в нее, что? Хотя бы еще импульсное излучение бы взял. Это же у нас Large. Large. Domination. Че, какая у нас там? Domination Large Photon. Large Proton. Proton? Proton. И прямо в рорку толкаем. Да я знаю, что ты занят, блядь. Ох, ладно, похеру. В принципе, меня устраивает. Но батареек нужно больше, 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 больше. А депошечка? Где депошечка? Где Вету? Санки, дроны, викачные удары или экскаваторы очень медленные, не шарю. Экскаваторы ультра какие медленные. Просто невероятно, как медленные работы вообще. Все, наш парень уехал, ребята. Мы сейчас поедем, короче, забирать... наш этот, так, у нас это будет Рорквар под названием Save Mine, Save Tank True Rork.
Да, они ужасные. Сохранить. Отлично. Всем спокойной ночи. До завтра. Так, ну чё, он тут... Всё, он уехал. Поехали салить все, что надо. И сейчас поедем в житу покупать модули и везти их. Везти из житы сюда. Реварп большой, да? Да, поехали. Так, а теперь мы берем эту рворку, и я ее закрыл, да, нахуй? Ну я молодец, я же знаю, да? Да, да, конечно, я же молодец. Стример красавчик. Ой, рворк, Т2 баф, т-т-т-т, сейв майн, тащим ее сюда. Сальвага на 200 кака еще упасть может, а может нихера. Ну давай посмотрим на везучесть стримера, и нам сейчас на 27 тысяч исков дропнется сало, короче. И все, все, все. А ты прикинь, он, наверное, стоял тут такой добыча. В ноль. На самом деле, он, я думал, он стоял, ждал, чтобы, короче, мне в рэк на говно разломать, понял? Это для руды. Ну шо, Ророчка, давай будем салиться. Сколько, кстати, у нас трактор бим? 40 км. Ой, блядь, ну ща. Ну что, пошло, поехало, ребята. Опа! Давайте заодно посадим все остальные в рейки, которые у нас тут есть. Ну, ну, на 3 миллиона, да? На 1 250 000. На 1 250 000 упало сало с рорки. Поздравляю. You don't stop spamming caps warning. На 5 секунд тебя забанил бот. Давайте лочить еще цель, и еще цель, и еще цель хочу. Кстати, кстати, мы с вами не посмотрели, кого мы поубивали, если что. Мы же, я же должен был нанести какой-то урон. Андрей, тебе еще интересно, здесь вообще? Да, ты здесь, нихуя себе. Давайте вот это, все, трактор хватит тащить. Вот это мы салим, вот это мы тянем. Это геймплей такой. Так, значит, на нашем счету, значит, собра за 65 лямов. Такая обычная собруха, 65-лямовая. И на нашем счету еще... Анатема на 74 ляма. А больше мы нихуя убить не успели. Ну и, блядь, яйцо одно убили, да. Яйцо было без всего. Понимаю. Я тут подумал, короче, надо сейчас будет протестить эту фигню. Надо, наверное, на тест-сервер сходить. Могу ли я, короче? Вот, могу ли я? А, нет, это тогда хуйня, работать не будет. Блин, жалко, такая была идея гениальная. Думаю, а что будет, если я сейчас пойду, повешу на рорку панику, а вторую панику себе в карго положу и буду, короче, паники переобувать, а потом понял, что так не получится. Эх... Не сработало. Да, решил схитрить, а не получается. Фух. Ауф.
Вообще люблю за эту Еву, тут такое комьюнити пиздатое. Вот именно прямо пиздатое. Че, ну вот до того парня уже придется ехать, кстати говоря. Ну ничего, мы, ребята, эти. Не, давай мы сперва тебя дотащим, досалим и поедем к новому парню. Надо делать табличку, ребятки, и такой, Ророк потеряно. Чего? Так, что? У тебя офвары вроде есть жить, да, конечно, есть. Ну, я это как-нибудь сделаю, на самом деле, то есть не беспокойтесь. Да сальце ты, господи! Ну-ну-ну-ну, что ж ты, что ж ты? Демонтаж не прокачан, не прокачан демонтаж. Надо перекачивать демонтаж, ребята. Хорошо, да заебал смотри, уже ссайся, блядь, сколько можно? Так. Про мои ругаться матом я помню, просто сегодня можно. Сегодня, я считаю, сегодня можно. Ой, блин. Вечер просто отличный, ребята. Знаете, я вот сегодня подал заявление в ЗАГС со своей женщиной на свадьбу. И вот еще мы так классно сегодня повоевали. Я считаю, просто отлично. Ох, да. Ура! Мы его засадили! Видели? Видели, что могу? Мы его засадили. Поехали к другому теперь. Ох, классно, классно, классно. Ну чё, и давайте, наверное, чтобы в житву не ехать, мы сейчас с вами пробежимся по всему рентерскому альянсу и соберем ее прямо здесь, эту рорку, прямо вот сейчас. Зачем тянуть что-то? Зачем? Переплатим, блядь, по местным ценам, как вне себя.
Будем настоящими. Для настоящего карибаса нету предела в расходах, я считаю. Ссайся с первого раза, пожалуйста, скотина. Не ссалилась. Ладно, я спать. Удачи. И тебе, Газил. Спокойной ночи, удачи. Ссалилась. Отлично, едем к последнему. И поехали собирать орку. Фух. Ауф. Ауф. Сейчас надо подлогинить второе окно, дать ему эту рорку. И нажать ему купить все, кроме рорки. Так, ну чё, без учета рорки, фит вышел на 2,5 миллиарда исок, если брать по житобаю. Прямо вот купить прямо сейчас хочу, если. Дёшево, можно даже подороже сделать, давайте две доминейшн, два домины. Можем два доминейшна поставить на самом, или подожди. Сейчас я засимулирую её снова, кое-что посмотрю для себя и симулировать. Ну, мы можем, что мы можем. Эх, вопрос, сколько кубометров это все добро будет стоить, непонятно. Так, засалило, не засалило. Саль. Саль, говорю, быстро. Понятно. Быстро не получается. Ой. Засалила? Не засалила. Да что ж ты делать будешь? Не хочет салить! Не хочет! Ужас. Засалила, засалила, не засалила. А что ж такое, а? Мы будем салить этот труп, пока он не засалится. Вы же понимаете, да? Что выбора нету. Все, слава, блять, Аллаху.
Итого мы получаем сало на... Давайте считать. $15.5 миллионов. Пойдет, блин. Ну что, поехали собирать рожку, да? Да. Поехали собирать рожку. Ой, ты куда поехал? Стой, 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 блядь! А знаете что? Поехали это. В Джамбридж и всем, всем жру. Оттуда поедем за Цептером и поедем собирать себе фит. Вот что мы будем сейчас делать. А почему? Да потому что можем. Так, 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 мы на Джамбрите, да, мы на Джамбрите проходим. Да, говорю, проходим. И куда он меня сейчас, типа, хочет отвезти? А мне это не надо, мне нужна моя прыгалка. Где у меня прыгалка? Нет. Ладно, пойдем в капитал и сбросим все говно, короче, и поехали собирать фит. Да, я же обещал, что соберем фит. Слушайте, если кому-то не сложно, нарежьте, пожалуйста, момент с взрывом Рорки, пожалуйста, в клипе, если кому не сложно. Буду очень сильно благодарен. Ладно, сам нарежу. Я же ленивый, конечно, но не настолько. Так. Хорошо. Так, теперь прыгаем на наш секс. И где мы ВЛ5, по-моему, оставили? Да, мы ВЛ5 оставили. А в следующем стриме будет непонятно, в каком тупике я буду рыть на Рорке, уж точно, блядь. Чтобы никто не догадался, где она. Ha ha ha.
Я сейчас, извините, что я тут так это отвлекаюсь, короче, от Евы. Я сейчас просто сижу, кликаю в другое окно параллельно. Так что не ругайся, короче, на меня такого. Так, в L5 уже почти доехали. Так, и у меня опять зависло окно. Ну, господи, 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 господи. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Все, мы приехали. Поехали собирать рорку. Такие берем, такие сюда, нажимаем сюда, и такие Capital Shift Booster. Есть в наличии, отлично, едем туда. Там, по-моему, Jumbridge есть, надо почекать. Да, из ПФВ, отлично. Мы знаете, как сделаем? Мы сделаем вот так. Нету. Понятно. А, Industrial Core у меня, кстати, есть уже один. Это хорошо. Паника. Паники нема. Это в радиусе, я думаю, мы все найдем на самом деле. Самый наш вопрос. Ёпшки, воробушки! О, да! 350 он стоит тут, а в жите он стоит... Почем будешь в жите, парень? 300, да, что? Он тут дешевле, чем в жите, но мы по-любому покупаем, понимаете, да, сами?
Нельзя от такого отказываться. Да куда ты, блядь? Стой, 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 стой! Да... А! Когда я не очень умный стример. Лучше бы ты нейтрик поставил вместо одного из бонусов, так бы смог убить мою сабру, лол. Ну, знаешь, следующая рорка будет интереснее, жирнее и лучше, чем прошлая. Так что, как говорится, все будет, бро, но не сразу. Сейчас мы покатаемся и соберем новую рорку. Кто сказал, что я отступлюсь и брошу после этого Еву? Никто не говорил так. И тем более копать, тем более рорки. Рорки охуенные. Вот. К тому же, всем же понравилось. Мне понравилось, вам понравилось. Я считаю, значит, если всем понравилось, значит, все было хорошо. Видишь? Это куда уже жирнее, там только рефит вместо сканера возьми. Я возьму, не волнуйся. Мы приехали собирать мне рорку. Приехали мы собирать вот эту новую рорку, как говорится. Давай начнем. Подожди, а там инцидиарка, по-моему, выпала в... Или не выпала? Выпало, прикинь, покупать не надо. Круто, да? Круто. Нету. Это у нас есть, это у нас... Нету. Нет, ты серьезно. В 30 поспорим, в рыгах от нас нету. Ну ладно. Жалко, что нету. К тому же, чувак, ну слушай, давайте будем... Если бы не два мазера, я бы еще пожил, я бы еще потанчил, эх. У меня же батарейки не кончились, у меня батарейки не кончились. То есть я бы мог еще себе с вами там пожить. Не, есть куда жирнее, почему нет? Я считаю, во всем должны быть плюсы. Так, это маскарита у нас нету, да? Это у нас есть, это мы покупаем. Shoot Command Burst. Да, придется в OP-Simbo ехать, задать место значения. Так, а Mining Burst есть? Есть. Два майнинга берем. Так на то и расчет. Ну так, да. Но, знаешь, ну мазера все равно было нечестно прокидывать. Хоть бы дреды пробросили, хер с ним. Но мазера ни в какие ворота не лезет, ребята, честно. Блин, ну надо брать, он такой сексуальный лежит там. Да, я знаю, что он дорогой. Да, я уверен. Но это в Dixie придется купить, да, хорошо. Подожди, а капаситоры, по-моему, вы мне любезно оставили, насколько я помню. Да, Capital Cup, и вы мне бросили, спасибо. Ёб твою мать, ну ладно. Они нужны мне оба. Нет, у сентинелов. Дамаж контроль берем один.
Овер диагностики берем 3. Берем 3. Стример, не подскажешь, что с Плексом происходит? Он за 5 часов упал с 1.5 до 1.3. Честно говоря, не знаю. Я не слежу за политикой в отношении Плекса. Мне пофигу на нее, честно говоря. Так, 3200. Кстати, у нас, по-моему, очень быстро кончились. Кто помнит, сколько одна хрень занимает? 128 кубов. А другая хрень занимает сколько? 96 кубов. Ну мы и купим их с вами тут, бля, сейчас, ой, сейчас такой попух, блядь, 200 миллионов за батарейки. Берем, конечно берем, почему? Потому что можем. Ну у меня просто всего 4 лярда есть на одно окно, ну это же хорошо. А. Чё там? Он вернулся к прежнему значению после скачка вниз из-за акции на подписку. Выходил с какого-то мега купить в НЕС за 425 плексов. Понятно. Вот мы и разобрались, что такое с подпиской. Спасибо за информацию. Да? Да. Так, майнинг лазер энчантеры. Ну, мы 5000 наваливаем по-любому. И этих парней еще 5000 наваливаем по-любому, типа. Шилкоманд Хармор. Тоже, ну давайте косарик навалим, на самом деле. Дядя дешевый, да, тоже 5000 навалим по-любому. Комплектуется Шилкоманд Бёрст. Шилкоманд Бёрст комплектуется с... Чем мы тут купили? Хармарайст. А теперь нам нужен экстеншн еще, короче. Не удивлен, тоже 5000 штук покупаем. Так, ладно, нычик, я ушел. Давай, до завтра. Ты же будешь завтра, да? Да, конечно. Я тоже сегодня эмоции испытал, смотря на вот это все. Ну так как я умираю. Ну, у нас уже будет завтра новая ролька, и еще более жирная, кстати. Угу, окей, давай. Давай. Вот, так, это мы купили. Heavy Water, что по Heavy воде. Хочется, чтобы она была в Dixie, на самом деле, честно говоря, по 7B. В станции есть, по 785 тысяч, по 71. Скупаем, ебать, вы шо, нахуй. Ну давай еще 100 тысяч воды купим, блядь. Так, озон нам не нужен. Ага, а в жизни я не понял. На 100 лямов дороже, нихуя себе. Бля, ну вот это, знаете, больно. Вот это, честно говоря, больно. Вот в таком формате очень больно. Типа, где у нас тут ка-та-та-та для ханта рекрутлинг. Дел Петрайт. Вот это было неприятно, честно. Да и блять. Так, берсеркеры. Чё, блять, что? Серьезно? Ладно. 2. Итого.
купили мы целую хуйню, в общем, та-та-та. Сколько весит? 19 тысяч. Мало. Роркер. Показать формат. Есть Роркер? А, спасибо за 3 миллиарда Роркера, мне не нужна. Тема, конечно, интересная, но не настолько. Кстати, пока информация о ценах. Так, и открываем OPSIMB. И покупаем F3. Все, летим. За... Что там у нас? По бриджам не дойдем. Фит закрыл, дурак, Так. Ой, бля. Ну это было сильно, ребята, но это было ультра сильно, честно. Пасту забыли купить, прикиньте. А её столько не поместится, блядь. Да? Да. Её столько не поместится. Или поместится? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Едем. Ну вообще, типа. О. Шо? Что бы делать, чтобы нами с вами поделать? Ну, вообще, пока летим, ничего не поделаем, по факту-то. Warrior.